И всем привет, дорогие друзья! И в сегодняшнем ролике у нас будет сравнение двух очень друг на друга похожих машин. А именно, Hennessy VeloRapport 6x6 лимитка. И на нее есть Wraps. И он довольно-таки прикольный. И Dodge Ram 6x6 Event, которая была в Candy Shop 2023 года. Ее можно было купить за 1500 конфет. Давайте затестим эти обе машины на гонках. Первая гонка у нас будет улица гор. Результат первой гонки, и что довольно-таки удивительно, я победил. Ну и тут победил я. И на гонке ралли у нас ждет VeloRapport. Ну а мы едем на гонку трек. На гонке трек он ждает Hennessy. Получается, у каждой машины по две победы. Ничья. Ну а вы пишите в комментариях, какая машина вам больше понравилась. Ну а мы с вами будем прощаться. Если вам тоже нравится Car Dealership Tycoon, то подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.